По расчетам Министерства экономики, одна из профессий, представителей которой в Латвии так не хватает, это строитель. И именно строительство – одна из отраслей с наиболее высоким уровнем теневой экономики. Хотя в прошлом году он снизился на 1,5%, строительные компании ежегодно недоплачивают в госбюджет примерно 90 миллионов евро. Таковы данные исследования Высшей школы экономики. Теневая экономика в строительстве уменьшается, однако общий уровень оценивается как очень высокий. Согласно исследованию, в прошлом году он составил 38,5%. Это на 1,5% меньше, чем в 2015 году. Однако специалисты связывают это со спадом объемов строительства в общем. Мы не считали точную сумму, но зная, что общие налоговые поступления от строительства – это 210 миллионов, можно рассчитать, что примерно 40% от этой суммы – это примерно 80-90 миллионов мимо бюджета страны. По данным исследования, объем теневой экономики в прошлом году снизился во всех отраслях. Например, общее количество зарплат в конвертах упало на 1,7%. Примерно настолько же снизился и объем неучтенной прибыли на предприятиях. Случаев взяточничества стало почти на 3% меньше.